У сувязі со складанай эпидемичной ситуацией у коллективные договоры, якія дзейнічаюць на прадпрыемствах, уносяцца дадатковыя гарантыі. У прыватнасці размова можа ісці аб абавязковым забеспячэнні работнікаў маскамі і правядзенні дэзінфіцыруючых апрацовак вытворчых памяшканняў. Пры гэтым на пераважнай большасці суб'ектаў гаспадарання захоўваюцца ільготы, прадугледжаныя раней. Нашы корэспандэнты азнаёміліся з сітуацыяй. На гомельской меблевой фабрике «Прогресс» працуют каля 650 человек. У минулом месяце у сувязи с початком уздыму захворывания на коронавирус тут увели обовязковое ношение масок. Для всех без выключения работников их набывают за кошт предприемства. А проча того, тут уже двойче проводили опрацовку у всех вытворчих помешканий специальными дезинфицирующими сродками. Жесткий масочный режим зараз дейнейшая и у будинках Светлогорского коммунального жилевого унитарного предприемства «Светоч». Правда, носить сродки аховы от усіх работников тут не потребуют. Многие працуют на открытом поветре и с махчимостью захования социальной дистанции. Что тыжится інших гаранты, якія были предугледжены коллективным договором, то светочи их заховали у полном объеме. У нас в коллективном договоре более 60 наших местных локальных нормативных актов, которые улучшают положение работников. Среди них такие, как дополнительные оплачиваемые дни к отпуску нашим воинам-интернационалистам, отцу при рождении ребенка, если родители ведут в школу первоклассника или приходят на выпускной вечер к выпускнику, они тоже получают дополнительный выходной. Мы арендуем плавательные дорожки в бассейне, то есть прилагаем все усилия для того, чтобы труд наших работников был, помимо всего прочего, еще и здоровым. Об значности коллективного договора можно мерковать по тем факте, что у працовном кодексе есть больше, как 100 спасылок до этого документа, которые додатково обороняют працовника. Сегодня на Гомельщине дейнічаюць каля 3000 профсоюзных первичек. И только у 1% из них покуль отсутнічаюць коллективные договоры. Правда, размова об нежаданні принимать этот документ не идет. В этом году на предприемствах области створено амаль 130 новых профсоюзных организаций. Для распросовки и принятия тут договору необходимый час. Что тычется часового спынения деяния некоторых положений, как правило, такая ситуация выкликана объективными причинами. В первую очередь, конечно, экономические причины, когда исполнение того или иного пункта коллективного договора в настоящее время с экономическим положением предприятия либо организации учреждения исполнить затруднительно, я сказал бы так. Поэтому приостанавливается такая вынужденная мера, но она не отменяется, а в дальнейшем при выравнивании ситуации на предприятии дальше используется. Олег Сенцюров, Ольга Коновалова, Евген Макенко, телерадо компания «Гомель».